Здорово, ребята, здорово. Продолжаем проходить утро Brutal Half-Life. Здесь у нас ассасинки, да? Ассасинки эти у нас бегающие. Которые, к сожалению, не расчленяются никак. Что, кстати говоря, очень хреново. Я-то думаю, можно будет им тоже оторвать ногу, руку. Если удачно в них попасть, они тоже будут корчиться, на земле валяться. Все в крови. Сука, этого здесь нет. Это что? Это что за феминизм какой-то, бля? Вон. Не знаю, может именно в ультра Brutal Half-Life такой шнеги нету. Может в обычном Brutal Half-Life есть такая фигня? Не знаю, честно говоря. Реально не знаю, может там их можно того... расчленить по кусочкам и сожрать. Как в смоде. Кстати, если вы помните, в оригинале, короче говоря, с них не падали пистолеты, да? А здесь падают. И, кстати говоря, здесь почему-то падает пистолет М9. То есть не ГОК, а М9. Странно, ну ладно. В любом случае, у них, наверное, свои пушечки. Так, чё я там нажал-то? А, понятно. Ирм-бирм. Чё за звук ублюдский, а? Пизди его. Бля. Найс, хорошо. Фриман готов. Расчехляйте свои гандоны. Сейчас Фриман наказывать будем. Так вот нас тащит. Но они же найдут тело. Какое тело, говорит? Какое тело, бля? Да. Убегаем. А тут разве не должны еще тела ученых валяться? Разве нет? О, мусор. Прикольно. Бади. О, бади. Так. Интересно, а... Ну-ка. Так. Нашу тушку зажало. Прикольно. Покажите хоть что осталось-то от нашей туши. Прикольно. Интересно посмотреть. Отлично. Свобода! Ох, мать твою, ничего себе. Нормальненько. Хит-крабик. Вот зараза, а. Я привык, что они прыгают только тогда, когда они ровно на тебя смотрят. А не когда боком, блядь, сидят тебя пялят. Посмотрите, видите, даже в воде крови нету, потому что как бы это вода, да? То есть матировка не пачкается, ничего. А если всю эту тушу вынести на сушу, то, сами понимаете, вот допустим, да? Вон, тоже смотрите, видите, крови нету. Он все растворился. Быстрей. Ой, как низко. О, отлично, успели. Тут он. Бади. Вот бади. Чувак, живее. Интересно, кстати, а если вот его убить, у него какие пистолеты упадут? Ну-ка, иди сюда. Давайте посмотрим. Блядь, мне просто вот интересно.
Боже мой. Блять. Вон, короче, суть важна. Нет! Я спасу тебя, чувак. Бля, застрял. Вот сука, а. Блять, дай спасти его, твою мать. Ха, твою мать. Хрен его спасешь. Чувак, нет! Понятно. Этого чувака не спасти. По крайней мере, уже... Ну, хотя пистолетик еще. Так, ну ладно. Надеваем глушак и вперед. Ну да, так понимаю, здесь музыка то из Half-Life 2, то из Black Mesa. И оттуда считай. Так, а ты откуда взялся? Я же тебя убил. Так, с чего у нас здесь? Нет ничего? Блин, тогда придется, скорее всего, идти через окно. Через парадный вход, так сказать. Который закрыт, блин. Может, вот здесь? А куда идти? А, точно, от назад идти, точняк. Здесь же ничего нету. Так, 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 стоп, 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 стоп. Нужно вот сюда. Да что ж ты, черт возьми. Нам сюда. Итак, внимание, ныряем в бассейн. Ой. Я так понимаю, мы не единственный труп, который они хотели убрать с помощью этого способа. Иначе откуда здесь только мясо валяется? Валится, вернее. Хахая жесть. Блять, ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть хотя бы. Что у нас здесь вообще? Что тут у нас имеется? Дверь закрыта, как всегда. Так. Это тоже, я так понимаю, закрыто. А, нет, это у нас открыто как раз таки. Но смысла все равно нет особого падать. Так что уж перезагрузиться. Да. Моя хея. Ой, там, по-моему, зарядник был, не? О, зарядник, зарядник. Здоровье нам здесь очень важно. Очень-очень-очень важно. Даже, в принципе, можно перепройти. А, перепроходить-то даже не надо. Ну-ка. Я так понимаю, здесь у нас тоже ничего такого особого нету, там. Окей. Бля. О, смотрите, там всего один хп снимается в этой жиже. Удивительно, да? Я думал, там упадешь и все, считай. Хуякс, минус 20 хп. Там хотя бы 10, не знаю, тут всего один хп. Так. Сейчас у нас будет испытание, насколько я помню. Патроны, патроны, аптечки, патроны. Бля, одни патроны к дробовику, больше ничего нету. Чё это за мясо, откуда оно валится, вообще непонятно. Ой, ой-ой-ой-ой, валим отсюда нахер. Так, здесь надо аккуратненько. Хотя здесь не надо ничего делать. Просто-напросто сюда ныряем и все. Опасно, очень опасно. Так-с. Выныриваем. Thank you.
мясо. Так, а здесь у нас тоже ничего нету, да? Так, ну куда нас... куда нам здесь идти-то хоть? Давайте посмотрим. Что-то я не помню здесь, куда именно идти. Помню, что здесь постоянно путался. А, нет. Вот. Отлично. Вышли. Странно. Раньше постоянно путался, а сейчас прям моментально. Зараза такая. Что-то у нас за чертовщина по звуку происходит. А ну к черту отсюда. Прям по усикам тебе. Мой крокодил. Гена. Аллигатор ты мой. Недоллигатор. А, все. А, так, здесь у нас тоже ничего нету, да? Так, ну хоть револьвер получили. Бля, он только на время останавливает. Вот твою мать. Так, оп. А-а-а! Блять! Зараза такая. Так, все, он сменил направление, да? Отлично. Поменял, так сказать, направление свое. О, мать. Оп, оп. Отлично. Так, там у нас нет ничего. Блять, давай. А-а-а! Чуть не сдавили. Все, пизда. Да что ж такое? Блять. Назад. Блять. Как спидранер вообще все это проходит? Это же вообще жесть, а? Там, наверное, миллион и одна попытка, ё-моё. Вот, чтобы все это пройти как можно правильнее и безопаснее. В общем, жесть полнейшая, конечно. Так. Так, это, так понимаю, кругами, да? Туда-сюда. Так, что у нас здесь? Боже мой, а что это темнота? Куда она вообще ведет? Ой. Что-то запутался. Давайте-ка сюда приземлимся. Такс. Ну и куда нам идти? Приземлились. Еще раз приземлились. Блин, куда идти? Надо хотя бы примерно знать, куда идти, да? Такс. Окей. Валим назад. Бля, вот в этом месте вообще ни одной живой души нету. Вообще, абсолютно. Так, стейрс. Где лестница? Где лестница, а? Ага, так, направо. Прямо-прямо. Я что, промахнулся? О, зато у меня мина осталась. Ха, класс. Пистолет, револьвер, мина. Что может быть лучше? Такс. Немного непонятно, куда идти. Может, конечно, сюда? Нет, тут, точно уж не туда. Малейк. Может, сюда куда-нибудь? О, нет. Наоборот, валим, валим нахер. Может, направо? Не знаю, не помню, куда идти, да черт возьми. Так, это сейчас мы кругами шастаем, да? О, я нашел выход, отлично. Только у меня патрон не остался, так что придется юзать бомбу. Что ж, не зря у нас бомба. О, еще одна такая же. Так, тихо.
Да стоит это, твою мать! Рот. Бля, больно падать. Все, пизда. Вот сейчас мне по-настоящему пизда. И все это выбрасывать непонятно куда. Ой, кошмар. Что с людьми делается? Ох, ужас какой. Ой, колесо отвернули. Так, вот сейчас у меня вообще боеприпасов не осталось. Ух, еба. А вот сейчас бы они мне не помешали, кстати. О, да. Так, сначала валим за патронами. Дерьмо. Ёб твою мать, на каждую срань нужно по две пули. Минимум. Блин, я не вижу, где... Вон они. А ну тихо, бля. Суки такие. Боже мой. О, пизди. Все, валим. Валим, блядь. О боже мой, какой кошмар! Ну все, твари, вам хана. Давай, давай, покричи еще. Так, а сейчас мы, собственно, будем их вручную мочить. А ну зараза! Ну, разукрась вам монтировку. Отлично. Ой, блин, если бы, конечно, не коробка патронов, то это был бы пиздец. А знаете, что самое прикольное, да? Что вот эту шнягу нужно уничтожить. По-моему. Не? Не нужно? Чуть не помню. Блять. Как хреново без патронов-то живется, а? Ну ладно, хрен с ним. Здоровье есть у нас самое главное. Все. Остальное, в принципе, не нужно. О боже мой. Fuck you! Fuck you! Еще дергается? Ну и пусть дергается, хрен с ним. Отпинали бедного Гранта. Обалдеть. Йо-хо! Давай, та-дамс! Истребляем их, истребляем. Отлично. Надо было Гранта сюда завести и не париться. Вот этот удар ногой, конечно, прям читерский капец. Твою мать. по яйцам, черт! Так, хоть патроны появились и поствольная граната. О, ты еще живой? Обалдеть, пошли со мной. Мужик, хватит чесать. Все, пошли. Погнали, погнали. Если, конечно, не удар ногой, то я думаю, этого солдата мы вряд ли бы так легко заломали. Отлично. Охранник. Кто по кому стреляет? О, обойма. А, это пустая обойма, зараза. Так, сзади там никого нет. Что за черт? По кому он там стреляет, я не пойму. А, понятно.
Пулемет! Как вовремя. Так, здесь у нас такая же установка стоит, да? Зачем? Боже. Боже, зачем тебе это надо, а? Так, берем эти яйца. Гребаные. Ой, опять этот звук, а? Ай, боже мой. Бля, он теперь везде, что ли, будет, я не пойму. Я знаю, что за глюк со звуками здесь. Но он здесь не в тему. Let's go, let's go. Погнали. Вот дерьмо. Знаете, прям в ногу. Так, отлично, готов. Что у нас здесь? Какой кошмар. Так, мужик, ты берешь этого, я беру того. Нифига себе, они так быстро дохнут здесь. Блять, там опять этот элитный ублюдок, а? Вот дерьмо. А, отлично, готов. Ага. Что за черт? Теперь ты у нас мучишься, да? Holy shit. Блин, 7 хп, а? 7 хп. Вот дерьмо. Ну-ка, иди сюда. Опять кто-то по кому-то стреляет. Блин, здесь у нас ничего нету, абсолютно. Ай, больно, 3 хп. Сразу берем пулемет, потому что это самая верная вещь на данный момент. А, понятно, по кому они стреляли. Ёб твою мать. Зараза, а! На своей по гранате подорвался. Черт. Он, кстати говоря, там полудохуй. Я вот там хитграп один раз укусил, все, он сдох. Боже мой, что еще такое? А, понятно. Блин, аптечка вообще прям... Кот наплакал, считай. Что ж такое, а? Такс, мы повернулись обратно. Окей. Ох ты, ёб твою мать. Бле, бле, бле. Так, одна готова, вторая готова, все отлично. Путь свободен! Почти. Такс. Боже мой, что за звук. Бегу, 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 бегу. Все, убегаю. Там у нас нет никого. О, крокодил. Опять элитник бегает туда-сюда. Блин, патронов вообще нет ни хрена. Просто кошмар. Просто... А, все, отлично, он что-то появился. Ни хрена себе здесь бойня, бля. Так, ну-ка, отойдем-ка нахер.
Блять! Осторожней! Отлично! Новая пуколка. Хе-хе. Обалденно. Так, здесь у нас чисто, да? Так, очередного солдата убили. Ага, нифига. Блять, надо поосторожнее. Как эта тварь вообще могла пережить гранату в упор, я не понимаю. Вот там стоит, я прям по звуку слышу, зараза. Угу, отлично. Так, ну хотя понятно, где ты там сидишь, чувак. А, черт возьми. Пошел ты! Давай, беги, беги, беги. Видите, у меня прям... Это, я так понимаю, это состояние шока. Когда я очень больно, когда какую-то конечность и вышибаешь, она прям стоит, так дергается, да? Я так понимаю, это реально состояние шока какое-то. Видите, прям лапа так это дергает. Бать, какая жесть, боже мой. Какая жесть, вот это да. Бля, давай заряжай уже. Твою мать. Да что ж ты, твою мать. Сволочь, у меня одна попытка. Да, блядь. Да сук! Нет! Все, пошел в пизду. Зараза. Сейчас тебе прям с вертухи прилетит из-за угла. Сдохни, сдохни! Зараза! Облегчение-то какое. Блин, ни патронов, вообще ничего нету, а. Так, ну хорошо. Мы вроде как все подрубили абсолютно. Так, а здесь у нас чем? Здесь у нас ничем. Нормальное такое миссиво. Нормальное. Опять лазер невидимый. Это что такое? Что это за металл такой вообще? Shield save. Вау. Да, еще разок попробуем. Бабанц. Кстати, я вот помню вот этот момент в этом. Опять эта хуйня. Опять этот ебучий звук, а? Короче, я помню этот момент в Экмезе. Там так красиво сделана эта дыра в стене. Это прям вообще нереально просто. Очень, ну очень красиво реально. Очень красиво. Бля, опять этот момент звук, а? Уберите его! Все, пизда. В общем, просто. Там такая красивая дыра, прям вообще. Реально, реально прям. Вообще в Экмезе, конечно, все красиво сделано. Так, уважаемый. Jesus, this is бля. Сам ты Питерс. А чего стоите-то? Я вас троих взял. А, там всего один ученый нужен. Точно, я забыл. Ну и хрен с ним, возьмем втроем. Так, сейчас солдаты пойдут полной кучкой, так сказать. Я, правда, не очень помню, куда идти. Ну давай-ка. Давайте хотя бы кто-нибудь, один из вас, ну. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Тут все чисто, можешь не ссать. Так, нам не сюда, нам туда.
Идешь? Все, отлично. Ну вот, наконец-таки мы вышли на поверхность. Наконец-таки. Спасибо, спасибо, дорогой. Ой, как я ненавижу этот вонючий звук, а потому что он заедает постоянно. Бля, что за бред? Дай башкой. Боже мой. А-а-а. Бля, ты что, издеваешься надо мной? Боже мой. Ну. Наконец-то. А-а-а. Так. Да-да. Ой, какие они все красивые, боже что мой. Как будто в натуре их белым фосфором приукрасили, так сказать. Жесть, просто жесть. Ладно, ребят, давайте, пожалуй, на этом моменте закончим. Да, всем пока, удачи, потом продолжим. Ждите новых серий, всем пока.